Слыхали, господа? Он сдирает с плеч шинели, не разбирая чина и звания. А может, грабитель вовсе не чиновник? Да как же, потерпевший генерал точно писал. Он его, как я вас видел, низенького роста, такой невзрачный. А из какого департамента? Трудно так точно сказать. Но только... Только говорят, что это наш Башмачкин. Господа, оказывается, грабитель Акакий Акакьевич. Точно утверждать невозможно, но говорят. Кто? Кто? Титулярный советник Башмачкин. У них квартировались. У меня. Сегодня ночью куда-нибудь выходил? Нет, никуда не ходил. Второй день как померзший. Не о том тебя спрашивают. Я сам знаю, что померзший. Тебя спрашивают, сегодня ночью куда-нибудь выходил? Да. И в котором часу? Никуда не ходил. Уж так тихонько лежали. То он померзший, то по городу шинели с превосходительных особ снимают. Ой. Вот тут и служит.